Качество и надежность. Куйбышевский район Самары со следующего года будет обеспечен бесперебойным тепловодоснабжением, отвечающим всем современным требованиям. Новая котельная 116-й километр на улице Грозненской уже готовится к запуску. За ходом работ на объекте следят губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Они осмотрели работу котельной. Новая котельная построена. Сегодня мы начали опытно-промышленную эксплуатацию, и уже с этой котельной вот сейчас начали получать тепло и горячую воду жители близлежащих территорий. Ближайшие кварталы уже снабжаются от этой котельной. Сейчас мы отладим режимы, посмотрим этот опытный промышленный режим, как себя покажут котлы, оборудование, и уверен, что в январе уже будет полный запуск уже по всей эксплуатационной мощности котельной осуществлен. Строительство котельной в Куйбышевском районе Самары началось осенью 2022 года. Объект рассчитан на полное обеспечение теплоснабжением и горячим водоснабжением более 36 тысяч жителей района. На котельной оборудованы два аккумуляторных бака по 1250 тонн. Они позволят выдерживать гибкий график горячего водоснабжения. В основе котельной современные технологии и оборудование отечественного производства. Мощность данной подогретой котельной 120 мегаватт. На котельной установлено три котла водогрейных, мощностью каждый по 40 мегаватт. Значит, котлы полностью российского производства. Котельные установлены 5 установок обратного осмоса, что позволяет полностью обеспечивать снижение жесткости до необходимых параметров, но даже лучше, чем параметры по питьевой воде. Развитие и модернизация инфраструктуры в Самарском регионе стало возможным благодаря Фонду национального благосостояния и нацпроектам, инициированным по решению президента страны Владимира Путина. Галина Топилина, Константин Головин. События.